всем добра и здоровья. Ну вот и дождались, выглянуло солнышко, и пчелы полетели. Сегодня 26 марта, на улице 6-7 градусов тепла, и вся пасека дружно вышла на второй облет. Первый облет у меня был 11 марта, когда я открывал передние стенки. Тогда с утра было прохладненько, туман был и пасмурно. Где-то к 13 часам дня туман развеялся, выглянуло солнце, и я решил передние стенки освободить. Убрал пленку, убрал досочки, прочистил нижние лепки, и пчелы сразу же пошли на облет. Ну и вот 11 марта примерно они точно так же летали, вся пасека летала. Где-то часа три они полетали, кишечник свой освободили и повеселели сразу. А сегодня вот 26-е, они второй раз на такой интенсивный облет вышли. В общем-то, неплохо. Вот полетают, облетятся сколько чего, а потом уже начнут высаживать. Чистое улье. А пересадка пчел в чистое улье — это у меня самый такой трудоемкий процесс. Надо десяток ульев подготовить, почистить, обжечь, перетащить все, подставить. Потом эти после пересадки ульи почистить все. Там наверняка у них грязи много. И плесень, и подмор пчел, в общем, все, наверное, есть. Ну вот пересадку буду делать чистой ульи, и все высветится очень хорошо. Но пока они все очень здорово летают. А пересадку буду делать на улице, будет градусов 10-12 в тени тепла. И солнышко будет, и по такой погоде будем сразу же пересаживать чистую улью. Но нынче снегу мало совсем. И зима теплая, и весна как бы тоже теплая. Посмотрим, что получится. Как они в теплую зиму перезимовали. Такое ощущение, что зимой были плюсовые температуры, лук где-то и разрыхлялся, и где-то чего-то, но зимовка у них беспокойная, скорее всего, была. И меду, наверное, подъели очень хорошо. В среднем я оставлял 20-22 килограмма на семью. Ну, посмотрим, как получится. Пересаживать буду в чистой улье, и все высветится от и до. Как перезимовали, хватило ли им меду. Может так получиться, что в некоторых семьях его с избытком, а в других семьях может и ушей его не быть. Сахарным сиропом мы их никогда не подкармливали, только летний мед оставляю. А прошлый год лето было холодное, сырое, и как бы урожай меда был незначительный, большой, но для пчел хватило, для меня тоже. Все нормально. Пересаживать будем, все увидим.